На службу в Росгвардию поступил первый «Грачонок». Так называется новый катер спецназначения, который сегодня спустили на воду в городе Рыбинск Ярославской области. До конца года Нацгвардия получит еще 3 противодиверсионных «Грачонка». Они войдут в состав недавно сформированной бригады, которая обеспечивает безопасность акватории Крымского моста и всего Керченского пролива. «Грачонок» имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это открывает новые возможности, позволяя решать широкий спектр задач свойственным кораблям более высокого ранга. Он оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения подводных диверсионных сил и средств противника. А установленный здесь водолазный комплекс позволяет проводить водолазные работы на большой глубине.